если мы будем создавать дугу, то есть некую, которая будет арко, десеркуло, как бы основанием лука, если база де арко, то если противник будет использовать у нас быстрый прямой удар, мы от него будем Если мы выставляем в противоположность дугу, то прямой удар не может не закончиться, так сказать, фатально. То есть идет удар. Отсюда же как бы сразу же появляются как бы и три способа нанесения удара. Это кисть. Плечо. Брато. И антидон. Да. Соответственно, три вида ударов. Они по скорости разные. Да. То есть этот удар будет очень быстрый. Голпу кон муньека с мой разный. Этот уже подлиннее, и, соответственно, этот подлиннее. У нас ларгу голпа с голпа де юда кон брасо. Соответственно, самый мощный будет удар с плеча. У нас потенты голпа вакуанду животели с армией. Самый мощный. Самый немощный это удар будет кистью. И голпа кон менос пуэрсес, голпа кон... И наоборот. И аль реверс. Кистью будет самый быстрый, но не мощный.